За время обучения в институте я утвердилась в мысли, что хочу заниматься театром, поэтому за 2 года до конца обучения я ушла из журналистики и поступила в театральный институт Конохиной Ольги Евгеньевны. Моими дипломными работами стали роль Клили и роль служащей похоронного бюро в спектакле «Бедный Пьеро» по повести Акелла Кампанелли, постановка Леонида Удалова. Еще во время обучения в институте я была приглашена для участия в музыкальном проекте, где совершенствовала свои вокальные данные. Участвовала в экспериментах режиссера и актрисы Анны Быстровой. Участвовала в всетских конкурсах, где стала лауреатом. Открыла детскую театральную студию. Я попала на спектакль Академии Никиты Сергеевича Михалкова и поняла, что это та среда, где я хочу находиться. Это та смелость, которой я хочу научиться. И поэтому я стала искать информацию по поводу этого спектакля, по поводу этого проекта. 5 лучших спектаклей года, на мой взгляд. 3 сестры, Сергей Женовач. Орфические игры, Борис Юханов. Влюбленный Шекспир, Евгений Писарев. СОС, Вера Мартынов. И поэма «Без героя», Алла Демидова и Кирилл Серебренников. 5 лучших фильмов года, на мой взгляд. Документальный фильм Анатолия Васильева. «Собибор» Константин Хабенский. «О теле и душе» Ильдига Иньеди. «Место встречи» Паоло Дженовези. «Леди Макбет» Уильям Алдройд.